29 ноября в Доме правительства состоялось очередное пленарное заседание осенней сессии Народного совета Донецкой Народной Республики второго созыва. К работе в сессионном зале приступили 76 депутатов от фракции «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс». Согласно повестке пленарного заседания, депутаты рассмотрели проект закона о государственной границе Донецкой Народной Республики, разработанный Комитетом Народного совета по безопасности и обороне совместно с Министерством государственной безопасности. Если вкратце сказать об этом законе, чтобы не было, скажем так, каких-то перипетий, то в этом законе не забыты те люди, которые проживают на территории временно подконтрольной Украины. Мы помним, что в мае 2014 года они вместе с нами ходили, голосовали на референдуме, поэтому граница определена по территории Донецкой области. Именно Донецкой области, которая была на период 2014 года. Стоит отметить, что проект закона определяет порядок охраны и защиты государственной границы ДНР. Парламентарии проголосовали за принятие проекта закона в двух чтениях с учетом правок. Далее документ будет направлен на подпись главе ДНР и вступит в силу со дня официального опубликования. Кроме этого, парламентарии проголосовали за принятие законопроекта о физической культуре и спорте. Проект закона направлен на урегулирование проблемных вопросов, связанных с осуществлением государственного контроля в сфере физической культуры, присвоением спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий судьям. Также был принят законопроект о внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики, регулирующие отношения в сфере здравоохранения, который предусматривает устранение пробелов в действующем законодательстве. Александр Мартынюк, Андрей Квасов, Новороссия ТВ.